Друзья, сегодня у нас на обзоре вот такая вот новинка, самая последняя версия от Ultratech Glucon. Но сейчас покажем вам, что он способен. Мощный выброс у ножа, дамаск, ламинат, сердцевина VG10, пока никель не жалеет. Проведем небольшой тест данного ножа. Покажем вам, что нож очень такой мощный, серьезный, нагрузки выдерживает, ударных нагрузок не боится. Также саму сталь протестируем на консерве. Заточка у ножа обоюдосторонне острая. Также покажу вам. И также у нее имеется клипса. И вот здесь вот такой ободочек. Можно как стеклобой использовать. Очень мощный нож. Сейчас покажем после работы по металлу, как он сохранил заточку на помидоре. Никаких проблем, друзья, смотрите. Хотя с обоюдосторонним острым клинком заточка не должна быть такой бритвенной. Она и идет бритвенная на этом ноже, режет помидор после всех этих работ. Механизм никаких нареканий не вызывает. Успевайте приобрести, количество ограничено.